Ну вот еще какой-то объект. Не его. Что тут и что тут. Ну посмотрим. Раз тут были недалеко австрийские могилы. А это какие-то непонятные тут. А так. Вот. Deutsche Militare. Ага, это немецкое кладбище. Снимков немецких 1944. Ну добро. Тут похованы немецкие жилнежи Другой войны святой. Вот такой цементаж. Еще им поставили. И внизу вот такие дойчи, да. Так, друзья, это уже раз, два, три, четыре, пятый цементаж, на который мы здесь припадково попали. Короче говоря, тут спочивали жилнежи немеццы войны 1969-1945. Помните их. Вшистских афяр, их и афяр вшистских воин. Такая вот надпись. Там вот мемориал, до которого мы пройдем. Короче, это мемориал Второй мировой войны. Как некоторые говорят, не было ни первой, ни второй, была одна великая, 30-летняя, ну, с 14-го, да, практически 30-летняя война. Может и так, вообще какая разница, люди мордовали друг друга всегда, и пока паразиты
властвует над нами, так будет. Так есть и так будет. Тут фамилии погибших 20-го года, рожденный в 41-м погиб. Как вы мыслите? 21 год. Хороший камень. В хорошем состоянии. Или вот в 16-м году родился, в 39-м, то есть 23 года погиб. Ну и вот. Везде куст деревца рябины. Фольксбунд. Войсковый немецкий. Посмотрим, что там. А то попросту подъезжается. И замкнулся. Информационно тяжело стояли. Ну добро, идем дальше. Потерял телефон тут на немецком, в самом том. Но, как говорится, к счастью, быстро нашел. Тут такая Михайло Коваль. Здесь 47-го года. Ежедневные особы. Березовые. Герент и Осип. Вон Тильч. Кто это так? Ну и запахнули это немецкий бунт. Фольксбунд. Да-да. Это непонятно. Могилки из березы. Кресты. Это ж безымянно. Безымянно. Деревянный крест. Так, какой-то формы крест. Здесь надо. Опять я куда-то залез в болото. Ну да ладно. Все это требует определенных жертв. Давай на каком-нибудь березовом кресте.